Команды. Второе задание. На время. Пара мужчина плюс женщина номер один. 21 трастер, 35 килограмм мужчины. 21 подтягивание женщины. 21 трастер, 25 килограмм женщины. 21 подтягивание мужчины. 15 трастеров, 35 килограмм мужчины, 15 подтягиваний женщины. 15 трастеров, 25 килограмм женщины, 15 подтягиваний мужчины. 9 трастеров, 35 килограмм мужчины, 9 подтягиваний женщины. 9 трастеров, 25 килограмм женщины, 9 подтягиваний мужчины. Затем пара мужчина плюс женщина номер 2. 21 трастер, 35 килограмм мужчины. 21 подтягивание женщины. 21 трастер, 25 килограмм женщины. 21 подтягивание мужчины. 15 трастеров, 35 килограмм мужчины. 15 подтягиваний женщины. 15 трастеров, 25 килограмм женщины. 15 подтягиваний мужчины. 9 трастеров, 35 килограмм мужчины. 9 подтягиваний женщины. 9 трастеров, 25 килограмм женщины. 9 подтягиваний мужчины. Подтягивание до подбородка. В исходном положении атлет должен выполнить вис на перекладине на полностью распрямленных в локтях и плечах руках. В конечном положении подбородок атлета должен быть выше перекладины. Допускается выполнение подтягиваний строгим стилем, киппингом, баттерфляем. Допускается спрыгивать с турника после достижения верхней точки движения. Не засчитывается движение, при котором в положении виса на турнике атлет не распрямлен в локтях или плечах. Трастер. Штанга поднимается с пола в исходное положение на груди любым доступным способом. При выполнении приседаний необходимо в нижней точке опускаться в полный сет, при котором ось тазобедренных суставов ниже оси коленных суставов. В верхней точке необходимо одним непрерывным движением поднять штангу над головой, полностью распрямившись в тазу, коленях, плечах и локтях. Если подъем с пола осуществляется в сет, такое движение засчитывается как одно повторение. Не засчитывается движение, при котором в нижней точке движения бедра не опускаются ниже параллели или ось тазобедренных суставов не опускается ниже оси коленных суставов. Не засчитывается движение, при котором верхние точки колени не распрямляются. Не засчитывается движение, при котором верхние точки таз не распрямляется. Не засчитывается движение, при котором в верхней точке нет распрямления в локтях. Не засчитывается движение, при котором в верхней точке нет фиксации во фронтальной плоскости. Не засчитывается движение, при котором движение разбивается на приседания со штангой на груди и швунг.